Олечка, где ты? Да, Олечка, у нас у нее дебют. Она первый раз рисовала. И не планировала говорить даже. У меня нет особого слова, на самом деле. Просто я люблю молиться и смотреть на небо. И вот на этой неделе была такая красивая луна. И в начале недели я ее увидела, и что-то так вдруг у меня возникло желание ее нарисовать, но хотя я никогда не держала кисточку в руках, и желание не прекращалось. И эту неделю я болела. И вот у меня болело горло, и я не смогла сегодня помогать Наталье в прославлении. И подумала, раз я не служу сегодня, почему бы мне не попробовать? Ну, в общем-то, все. К тому, что когда я смотрела вот на такое состояние небес, что ли, я мечтала. На самом деле, моя молитва, она была такая... Я мечтала, вот, чего бы я хотела в следующем году, 2017-м. Ну, на Рождество, вот, как-то город уже украшен так, какое-то такое предрождественское настроение, что ли. Я решила, чтобы как-то вот запечатлеть его в своей памяти, чтобы это состояние всегда было вот... Я просто не думала кому-то дарить эту картину, я вообще не думала, что ее сегодня покажут здесь. Я думала, что я так нарисую и вот скромненько заберу ее себе. Вот, чтобы всегда иметь такое состояние, чтобы мечтать и молиться. Помолишься? Молиться? Я смела. Ай, драгоценный Господь, молюсь Тебе о том, чтобы состояние мечтаний, Господь, оно всегда было в нашем сердце. Независимо от того, утро это день или вечер, какое-то время года, чтобы мы всегда были как дети пред Тобой и могли смело приносить Тебе свои мечты, свои желания, Господь, и верить и надеяться, что Ты ответишь, и Ты дашь нам все самое лучшее. И я благодарю Тебя за то, что мы доверяем Тебе, и мы знаем Тебя как нашего любящего Отца. И молюсь Тебе с благодарением во имя Иисуса Христа. Аминь.